Да, ребят, как же красиво. Всего каких-то 20 минут из дома пешком, и оказываетесь вот здесь, вот в этой красоте. А? И ботанический сад, и сити, и паромы здесь плавают, и туристы ходят, внизу на велосипедах катаются, и взрослые, и дети. Там он скалолазанием занимается, поднимается по отвесным скалам. Брисбен один из самых красивых городов в мире. Сколько мы видели, но вот город настолько хорошо спланирован. Он вроде небольшой, город молодой, красивый, много зданий построили вот буквально за последние 5 или 10 лет. Но когда вы находитесь в сити, он не давит своим каким-то вот тяжестью, своими вот этими бетонными зданиями, бетонными коробками. Там внутри очень много парков, большие улицы, очень-очень много зелени. Есть и площадки для детей, есть где покататься. Да вот, собственно, один ботанический сад чего стоит, чтобы там вот просто пойти погулять, посидеть в тени. Вон, пожалуйста, плывет бесплатный кораблик City Hopper. Можете сесть, просто залезть на одной из остановок, он вас покатает по реке в одну сторону, в другую, примерно, наверное, минут 20 или полчаса плыть от самой начальной станции до второй станции. Вон еще один кораблик плывет. Даже сейчас, вот середина зимы уже фактически, конец июня, я вот сижу в футболке на улице, ну сколько сейчас, наверное, градусов 26, не холодно, не жарко, такой хороший прохладный ветерок, солнечно. Ребят, что можно еще быть лучше, а? Вот если есть где-то счастье, вот я до сих пор, вот сколько вот я, сколько живу в Австралии, вот я ни разу не потерял такого ощущения, что как же здорово, что я сюда переехал. Я абсолютно счастливый человек.